Четверг хорош для общения с начальством, высокими чинами и высокопоставленными лицами. Приобретение движимого и недвижимого имущества окажется выгодным, а начало ремонта или строительства – своевременным. Благоприятный день для легкого времяпровождения, занятий творчеством, изучения искусств, начала обучения и совершения покупок. Неблагоприятны резкие слова и действия, споры, конфликты, выяснение отношений. Только приятное общение, дружеские встречи, непринужденные беседы. Позаботьтесь о своем здоровье. Спорт, лечебные или омолаживающие процедуры, бассейн, массаж, фитнес, спортивные танцы, йога, любая физическая активность принесет вам хорошее самочувствие и эмоциональное удовлетворение. От операций воздержитесь, момент для них неподходящий. В четверг благоприятно делать пожертвования и помогать детям. Будьте щедрыми, мыслите позитивно и читайте наш лунный календарь на каждый день.